Так, вот сейчас мы еще одну посмотрим. Еще одно задание для ребят, которое покажет Владимир Николаевич Чичининов. Задача очень простая. Вот мой поезд с нашей спиной находится, поезд за его спиной. Моя задача у него украсть поезд. Кто из вас первый выиграет? Вот смотри, поезд стоит, стоит! Представляешь, что я тоже поезд, мы начинаем бороться! Да, я его тоже! Вот, 1-0! Понятно? Какой поезд? Вот такая вот игрушка. Еще раз напомню всем, что мы находимся в клубе дзюдо Гасанова Макира, который находится в Новой Косино, Москва. Вот ребята у нас уже. Получается, вот видишь? Это что такое? Это борьба. Куда пошел? Вот в этом плане я говорю, дети, конечно, ну, как говорится, каждому возрасту свой возраст, каждому возрасту тренера свой возраст учеников. Чем старше ученик. Мне нравится эта игрушка такая хорошая. Давай, 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 проходи, смотри, проходи. Чего лежишь, ты не пойму. Ну, сейчас тогда сразу стойку перейдем. Давай, давай. Салам алейкум. Подожди, сейчас. Где сам? Где сам? А, сал. Сал, сал. Там да сал. Поясы, я сказал, не надо одевать. Не одеваем. Сейчас та же самая игра будет, только стойте. Отойдите подальше, ребят. Пен бросков, да? Да, сейчас мы встали захваты. Пен бросков. И моя задача достать его поезд. Приближение там вот. Вот это стало его поезд. Понятно, да? Быстро раскрутить. Задача понятна? Да! Раскрутиться и взять ногами раскрутить поезд. Приготовить! Что ты борешься, Пиза 5? Так, вот это уже немножко модифицированное задание из положения партера. Сейчас ребята. Захватит! 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 И ребята тоже играют с поясом и пытаются взять поезд.